Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди. Всем привет, с вами Злой КТ. Мы в этой серии будем крафтить пушки КС... КС... как? Global Offensive. Да-да-да. Вот, окей. Так, ну для начала я собираюсь крафтить просто из дешевых пушек. Но я думаю, на дорогие мне не хватит. Ну давай, посмотрим, будет интересно. Так, ну да, короче, у меня на счету 120 рублей, ну, примерно. Угу. Сейчас я потрачу около 40, куплю 10 пушек. Не удалось купить предмет. Так, ладно. Нажимаю купить. Сейчас мне нужно купить 10 одинаковых пушек, ну или разных, вообще без разницы. И ты их по-разному, да, будешь крафтить? Каждую по-своему? Нет, смотри, сейчас тебе, если будет демонстрация внимательно, я тебе все покажу и расскажу. Так, ну, тоже четвертая пушка, которую я покупаю. Так, интересно, посмотрим. Тут просто все на рандоме, то есть, смотри. Есть какая-нибудь определенная коллекция оружия. То есть, оружие с разной раскраской. Разного качества по возрастанию. Так, сколько я уже купил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще три осталось. Ну вот. Покупая определенное оружие, например, вот, купить 10 таких пушек, которые я сейчас покупаю. Из них ты можешь скрафтить одну, но выше, более высокого качества. То есть ровно на одно качество выше. Угу, посмотрим. Так, смотри, я купил, короче, уже 10 пушек. Вот, новых приметов в инвентаре 10. Они все одинаковые. Угу. Сейчас мы... Ну вот, смотри. Да. Вот. МП-45. Да, пороховой. Дым. Используется в контракте обмена. Теперь просто ставлю таких вот одинаковых 10 штук. Запомни, я, короче, потратил на это 35 рублей. Ну, примерно 35. 35 рублей за 10 пушек. Да. А, так. Вообще у меня сейчас появился ранг, поэтому не может упадать уже более такое топовое оружие. Так, ладно, у нас идет... отчет того, что мы купили. Угу. МП-7 тебе дали, да? Это то, что мы выиграли. За 10 пушек мы получили МП-7. Теперь смотрим и цену в стиме этой пушки. Смотри, мы потратили 35 рублей. Да. Вот. И купили, как ты понимаешь, 10 пушек, из них скрафтили одну. Вот, эта пушка более высокого качества, то есть смотри, та была промышленного качества, это уже армейское качество. Ну, МП-7, да, это известный. И внешний вид, прямо с завода. Вот. Это самый лучший внешний вид. Теперь смотрим, сколько она стоит. Да, у меня уже вроде такая есть, да, вот она. По второй раз, да, попалась? Ну да, я просто недавно крафтил тоже. Мне выпало. Чё ж ты тупишь-то, а? Так, сейчас мы... Короче, мы ушли в минус. Ага. То есть, мы потратили 13 рублей. То есть... 22 рубля, да, стоит она? Угу. Ну всё, ну... Прогадали. Так, ладно. Я думаю, сейчас можно выбрать уже нечто такое подороже. Давай попробуем. Например, армейское качество. Если мы скрафтим из армейского качества, мы получим запрещенное. То есть это уже... Еще круче. Да. Но у нас сколько армейских? У нас только две получается, да? Чего? Две? МП-7. Нет... Сейчас я просто докуплю еще. У меня как раз деньги есть, слушай.
Сейчас эти пропустим. Например, не знаю, вот Галил Ар Ками. Галир Ар. Я такого не знаю. Тратим примерно рублей 50, да. Прям в яблочко. Их просто очень быстро скупают, потому что много таких дебилов, которые любят крафтить пушки. И довольно-таки быстро уходят в минус. Так, ладно. Сколько ты собираешься покупать их? Также 10. 10, хорошо, посмотрим. Потому что из меньшего количества скрафтить просто нельзя. А, то есть минимум 10 надо. Угу. Рублей улетели на крафт пушек. Так, осталось купить, докупить 3 пушки. Блин, вот бы сейчас хоть что-нибудь нормальное выпало. Посмотрим, да. Будет интересно. Какая самая, ну, допустим, может там за 100, да, рублей выпустить что-нибудь? Может за 100, за 80, за 90, ну, примерно так. Может вообще меньше, может рублей за 5 выпустить. И все, и типа, нате, ешьте. Ну, это как рулетка такая. Ну да, тут такая же фигня и с открыванием. Не-не-не, только не эту. Так. Почему-то одни цветы, а другие вот как бы просто тени. Это не прогруженные текстурки. Ага. Готов? Нажим. Ага. Так, идет так. По счет. Да, короче, полностью сделаем такой, чтобы неизвестно было, что мы получили. А, ну да, такую интригу. Так, отправить. Ками-ками. Блин, потратил 60 рублей на что? Дробовик. Простой, да? А, нет. Смотрите. Походу прямо с завода. А, нет, немного поношенная. Дай посмотрим, сколько стоит. Просто. Угу, давайте. Я же такой не попадался на глаза. Вот райский страж. И 35 рублей. Нормально. Ушли в минус на целых 30. В любом случае можно сделать так. Попробую. А, ну, никто не купит, да? А ты вообще, получается, получишь 27 рублей с навара. Ну да. И эту продам. Что-то невыгодно, да, получается? Есть, короче, очень выгодные крафты, но они все стоят дорого. И шанс выпадения хороших пушек с них это очень мал. Поэтому... В любом случае, мы можем пока что еще позакупать, если хочешь. Да, в принципе, ну, вроде как все понятно. Крафтить можно, но опасно. Можно легко в минус уйти. Да и мы уже купили, слышишь? 53 рубля уже. Можем еще одну скрафтить за 50. Прям тут же, да, купили? Ты выставил? Ну да. Так, ладно, больше камень не буду крафтить. Это последнюю сделаем. Давай еще последний раз. Эх. Надеюсь, время только как, пока я буду покупать, у меня купят. А, уже купили, прям. Ну, махом. Так, так сейчас... было 71 рубля, сейчас 65. Это, видимо, комиссионный, да? Нет, это я пушку купил. А, точно. Точно, что-то я туплю.
В общем-то, такая вот жестокая штука, этот Steam. А если ты больше, допустим, купишь, то есть наоборот, у тебя может быть больше шансов, что что-нибудь хорошее, да, выпадет? Если я куплю больше, они просто мне будут лежать в инвентаре отдельно. Типа, вообще лишним. А, ну понятно. Типа, зачем ты их купил, мог бы не покупать. И так 10 хватило бы. Так. Блин, сейчас еще две пушки осталось купить. Давай задай сейчас. Да, будет интересно посмотреть тем, кто, ну, как бы это много же никто не знает, много кто не решается и не пробует. Да, лучше не решаться. Знаешь, какая еще самая тупая вещь? Когда ты покупаешь эти... Блин, я купил не 10, а 9. Еще одну докупим. Как раз денег у тебя хватает. Вместе иди. Так. Армейское качество. А галочку ты зачем ставишь вот эту? Ну это фильтр. А, то есть у тебя в любом случае будет армейское качество, да? Выпадет. Не, это те, которые я покупаю. Фильтр на них. Угу. А, ну понятно. И да, я, короче, просто не знаю, ради интереса купим не за рубля, не за 6, а за 12. Если повезет, с очень маленьким шансом выпадет пушка из этой коллекции. А из авангарда довольно-таки дорогие орудия. Кто-то другой приобрел уже. Да, быстро скупают пушки. Мне кажется, кто-то даже, может быть, этим и занимается. Там, знаешь, сколько людей, которые просто то и делают, что чекают эту торговую площадку. Интересно, да, ну кто-то, да, кто-то пытается этим заниматься, кто-то так для себя. Не, просто, знаешь, бывают дорогие оружия, выставляют за такую маленькую цену, что... Просто не купить — это грех. И вот столько людей занимаются тем, что целыми днями сидят на такой площадке, листают, обновляют, ищут, чтобы какая-нибудь пушка вот просто взяла и до копеечных цен опустилась. Так, ладно, смотри. Это 12 просто рублей. Выжидают, да? Смотри, 12 рублей и 6 по 9. Угу. Если повезет, нам выпадет из этой коллекции. А из этой коллекции довольно-таки дорогие. Орудие. Хорошо, посмотрим. Вот Жернов, Василиск и Разбойник. А из этой... Из этой такие более-менее. Че, готов? Да. Идет подсчет? Нет, подсчет еще не идет, еще роспись. А, я думаю, что ты вчеркаешь, это роспись надо составлять. Мне кажется, это сложно поделать. Да я не знаю вообще, зачем эта роспись нужна. Так. А, нет. Опять МП-7. Это МАГ-10. А, МАГ-10? Фу, фигня вообще. Блин, мы просрали рублей 80, а из них выбили 20 рублей. Нифига себе. Короче, сегодня у нас очень неудачный крафт. Фиговый. 34 рубля стоит. 34. Ну, продам, куплю себе какую-нибудь пушку нормальную. В общем, ушли мы в минус. Да, очень сильно ушли в минус. Со 100 рублей осталось 30. Так, ну все, заканчиваем. Да, закончим. Вот, дорогие друзья, теперь вы имеете представление о крафте пушек Counter-Strike Global. Вот, с вами был Дарриди. С вами был ЛКТ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока-пока.